Всем привет, любителям покупок в интернет-магазинах. Еще один пакет, тоже с Китая, но он без трека. И что-то мне показывают, что этот пакет с eBay. С eBay. И такое ощущение, что, судя по надписям, наконец-то пришел, да, светодиодный фонарик. Светодиодный фонарик, он был заказан на eBay, потому что там, ну там дешевле, чем на AliExpress оказалось. Продавец слал в нашу страну, в Казахстан, поэтому было решено купить там. Ну, в принципе, он даже уложился в те сроки, которые продавец указал в доставке. Выслал он его без трека. Вот такая вот коробочка изрядно пострадавшая пришла. Сейчас мы посмотрим на сам фонарь. Может быть, если я найду, потому что фонарь этот не мне, этот фонарь моему товарищу, другу. В мастерской он постоянно двигается с фонариками. Если я найду аккумуляторы, которыми можно запитать этот фонарь, то я, конечно, покажу, как он светит. Но я вообще такие фонарики редко использую. У меня один есть, который благополучно работает уже долгое время. Так, ну вот такой вот фонарик веселого такого синего яркого цвета. Фонарик на голову. Одевается он весьма легко и просто. Вот эта часть с отсеками для батареек, для аккумуляторов на затылок. Это, соответственно, на лоб. И все должно работать и светить. Кнопка включения, вот она, сверху на фонарике. Ну, так, сверху. Да, сверху на фонарике. Кнопочка включения, она, видимо, будет переключать режимы. Вот с такими, ну, щелчками его можно пониже сделать, повыше. Я бы сказал, что фиксируется он не очень сильно. Вот такой небольшой, как бы, непроизвольно вы потрясете вот так не сильно головой, и фонарик уедет. Его, скорее всего, надо будет... Может быть, его бы вот в эту часть переставить и носить вот так на голове. Когда надо, поднял повыше. Когда надо, опустил так, как тебе надо. Ну, посмотрим. Питается он, как обычно, от двух китайских больших аккумуляторов. Вот таких вот, там на 8 с чем-то, так как-то у них обозначение, 86 чего-то там. Ну, в общем, большие аккумуляторы я попробовал. Такие же, кстати, ячейки находятся в ноутбучных батареях. Вот банки, там как раз стоят такие аккумуляторы. Ну, я думаю, светить он будет-то, в принципе, куда он денется. Тут один большой яркий светодиод стоит. Хотелось бы, конечно, посмотреть, как он светит. Но ничего тут не меняется, не крутится. Угол луча обычно бывает, крутишь там, меняешь угол луча шире, там уже. Здесь ничего не меняется. Здесь, по всей видимости, только горим, мигаем, сос. Вот что-то такое переключаться будет. И вот так вот идет от элементов питания до самого фонарика вот такой вот кабель. Ну, в общем-то, китайский налобный фонарик, что тут еще скажешь. Пошел искать батареи, найду, покажу. Если не нашел батареи, значит, не нашел. Залью видео как есть. Так что говорю пока, всем спасибо, пока. Найду батареи, вырежу, не найду. До новых встреч.